Ребят, всем привет. Когда я был второй раз в Успенском, в гостях Владимира Лихачева, он решил взять у него интервью. После этого, недолго думая, написал главный редактор системного администратора с просьбой посмотреть интервью, захочет ли он опубликовать его в журнале. Он с радостью принял эту идею. Вот, значит, интервью вышло в этом номере. Это у нас январь-февраль 2019. Интервью очень интересное. Почитайте, думаю, вам понравится. Также оно получилось очень большим. И не все поместилось в журнал. Ну, в журнал как бы поместилось все основное. Вот здесь вот 4 разворота. Это все для вас. Читайте. Комментируйте. Я же отправляю этот журнал Владимиру по его просьбе.